Неоднозначную реакцию вызвал у московских покупателей новый магазин белорусской компании Sweathouse. На полках товары, похожие на те, что были в IKEA. Есть даже оригинальные, которые продаются под шведским брендом. В компании говорят, что стремятся походить на IKEA. Да, есть у нас товары и IKEA, мы продаем. Да, 15% у нас в ассортименте присутствует. Ассортимент IKEA, оригинальный продукт. Этого никто не запрещал. Товары сделаны на фабриках России, Беларуси, Китая и Казахстана. Ассортимент небольшой, 800 наименований. Еще 1300, по данным компании, находятся в разработке. Цены выше, чем были в шведском магазине. Это объясняет небольшим оборотом товаров и падением курса рубля. Отделы расположены по принципу лабиринта, так же, как в IKEA, но площадь белорусского магазина небольшая. По IKEA я особенно не скучала. А вот этот магазин немножко он какой-то странный, одни лабиринты, и пока непонятно что. IKEA не хватало, этот новый магазин, скажем так, приятное начало возвращения того, чего нам не хватало. Надеемся, что ассортимент будет увеличиваться. Все не должно быть так свалено в одну кучу, безусловно, потому что у IKEA был к этому определенный подход в плане пространства, в плане того, что там, где была выставлена мебель, на ней можно было посидеть, полежать. У них был свой дизайн-код в плане организации комнат и прочего. Также, по словам покупателей, качество некоторых товаров не такое хорошее, как было в IKEA. Компания Sweathouse планирует в этом году открыть 5 магазинов в Москве. В следующем году хочет охватить регионы. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.